Так-так-так, ребятки, а вы знаете, где самые выгодные цены на ключи для игр? А где самая быстрая доставка товара? Где при открытии 5 случайных ключей за 149 рублей могут выпасть игры, которые стоят по 2000? А может быть GTA 5 за 299 рублей? Или испытать удачу всего лишь за 49 рублей и получить возможность достать ключик от GTA 5, DayZ или Fallout 4? Все это и даже больше на bookingcase.com. Ссылочка в описании. Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новую серию по МТА-играм Кассинал CCT Play Server 2, Вот так вот, начало вы выстрелили, друзья, сегодня сразу говорю, будут опасные махинации, не повторять, 26+, так скажем, ограничения, шутка. Кстати, нет, тут жалко, не так зажигаются фары, как у настоящего Чирона, ну ладно. Короче, со мной сегодня Данилыч, и сегодня, друзья, опасный, как я сказал, здрасте. Короче. У меня сегодня ник хуи без, видите, хуи маленькими, без большими, потому что хуи это второстепенное, без это ударение ставится на без, значит без пишется большими буквами, чтобы выразить всю, ну вы поняли. Так, добрый денёчек, я понял. Так, короче, как мы поступаем? Куда и что? Рассказываю махинации сегодняшние. Как вы знаете, у меня есть замечательный дом на Вайнвуде, самый дорогой, как оказалось, на сервере, и он на 8 мест. Да? Вот. Но мне-то как-то, ну, как бы, ладно, ну, мне, честно говоря... Так, ну, меняемся, надо в СФ сейчас, чтобы не ехать потом туда. Го на заправку сначала. Так, пока мы заправляемся, я, короче, сейчас расскажу. Домик этот самый, он у меня самый дорогой, хоть он и на 8 мест, но стоит он дохренища, а именно где-то 300, ну, 350, может быть, миллионов. Вот. Нет, наверное, 300, где-то так, да. Вот, я его хочу отдать. Ну, точнее, никак, у нас будет обмен. Данилыч его давным-давно, как оказалось, зарезервировал. И сейчас предлагает мне выгодный обмен, так как мне важно именно места. Да, видите, у меня 25 из 25 забито. И мне нужны дополнительные места, а именно 4 места у меня добавится. Даже или 5, или 4. В общем-то, сейчас будет вот что. Давай я за тобой, поехали. Сейчас, друзья, у нас мало того, что гонки на Чироне еще попутно. Опасные причем, да? Как вы видите, все тут это, беспредельно, я бы даже сказал. То есть вы видите, этот Чирон курильщика и Чирон нормального человека. Как бы Данила чужой умотал, я, как всегда, чуть не утопился. А, я, значит, этот дом на Вайнвуде отдаю Данилычу, плюс отдаю квартиру на ВСФ на 8 мест также, но она стоит около 50 лямов. Данилыч мне взамен дает два дома на Рублевке, один какой-то топовый тоже с парковкой, самый дорогой на Рублевке, самый дорогой гос вообще в игре, и оба на 10 мест. То есть, вполне себе разумный обмен. Получается почти что в ключ-ключ, только Данилыч получает пиздатую хату. Извините. А, ну, как бы, да, на Вайнвуде самую дорогую именно в игре. То есть, не по госу, если ценить, и плюс квартирку. А я получаю два дома... Фига себе, он уже предрочился туда залетать. А я получаю два дома... Да, это, кстати, в другую сторону же мы едем. Два дома по 10 мест и еще и на Рублевке. Тоже пиздатое место, у меня там дома нет. Поэтому такой обмен ключ в ключ, но сейчас это надо все провернуть. И, в общем-то, мы сейчас будем показывать, как мы будем меняться. Это должно быть эпично. Так, значит, мы приезжаем сначала... Вот, у меня гос всего 9,9 у этого дома. Так, значит, что я делаю? Я подхожу... Что я делаю? Я даю продать игроку, да, наверное? Продать... А можно на киллар... Видите, а если я не помню ключ? Подождите, покупатель заплатит один, видите, я не ебу в душе. В смысле, подождите, а сменить ключ. А смысл, я не помню. А, ну один, 11, допустим, да? Все, ваш новый ключ, хорошо, что его можно менять, 11. Так, теперь продать игроку, смотрите, быстро все делаем. 1, 11, на киллар, окей. Вы предложил ваш, получил ваш... О, все, значит, у меня этого домика нет. Теперь, и смотрите, самое интересное, друзья, я думал, что, ну, места-то исчезают, смотрите, 25 машин из 17, если я сейчас выйду из игры, будет хуёво, скорее всего, но, гоу через, да мы же не успеем, хотя гоу, ладно, погнали. Короче, есть такой баг, да, то есть если мы все это делаем в, так скажем, в кратчайшие сроки, машины никуда не деваются. То есть, в принципе, видите, я бы не мог продать машину, потому что у меня тогда кончаются парковочные места. Но, главное не выходить из игры. Я как раз не знаю, что будет, если я выйду из игры, и я куда машины мои вообще денутся, ну ладно. Так, значит, Данилыч хочет какой-то трюк в аэропорту показать. Кстати, он залетел на этот авиа... Фу, блядь, не авиа... Да ёпта, да что же я такой пьяный-то нахуй? Чувак, прости меня, пожалуйста, извини. Блядь, извините, нормально.
У него как-то более драговый чип, он машину держит. Так, смотри. О, вот этот синхрончик. Фига себе, так, куда ехать? Фига себе, вовремя остановился. Два Чирона в кадр даже не умещаются. Так, судя по всему, он научился прыгать здесь или что? Так, он едет сюда. Что за трюк? Смотрите, Данилович время зря не тратит, он... Так, что делать? Давайте посмотрим. Только не говори, что он, короче, едет ровно за... Бля, мне стрёмно. Друзья, мне кажется, сейчас лайкусик надо будет. И потом сразу круиз. Дрочить? Или включить? О-о-о-о. Это я, конечно, не силен в этом, но попробую. Поехали. Давай-давай, я готов. Я готов. Фух! Работает у тебя он? Ну. Да, работает. Да, блядь, да. Так, фух, друзья, ну что, с богом. Я надеюсь, что мы сейчас не уебемся. Хотя, скорее всего, как всегда. Ну, кого-то что-то... Ой, господи, а в какой момент... Что так лагаешь-то? Так. Ёб твою мать. Так, тихо. Я дрочу, друзья. Дрочу, но он выше. Я дрочу. Ну, я думаю, что надо приземляться уже. Тихо! Сейчас должна быть музыка, знаете, этот. Ну или я не знаю, что здесь должно быть. Короче, я так понял, что я немножко... Сейчас, подождите, я потерял нашего... Он как-то... Он... Мне кажется, знаете, что мы так до Рублевки, по идее, что ли, должны были долететь? Или куда вообще? Как... Неплохой телепортатор такой. Ну, неплохо, я могу сказать. Хороший трюк, хороший. Спасибо. Да, неплохо. Так, сейчас мы едем на Рублевку, да? Значит, сейчас доезжаем до Рублевки. Мне отдает Данилович другой дом. Ну, в смысле, да, один из двух. После этого мы едем опять, где у меня там, на Вайнвуд. Опять потом отдаю я ему дом. И потом с Вайнвуда мы едем до этого, чтобы, ну вы поняли, короче. Так, сколько у меня билетиков осталось? Фига, у меня билетик не считалось. Спасибо, Данилович, за халявный проезд. Я, конечно, все ожидал, но такого я не ожидал. Где-то нормально уебались, кстати. Где, кстати, знаете, что я забыл-то, где вообще въезд на Рублевку? Прикиньте, какой интересный чувак. Где у нас СЛС где-то въезд на Рублевку? Я там один раз был, и то уже забыл все, понимаете? То есть вот настолько у меня память плохая, как бы. Как говорят, это хлебобулочная память, она хуже девичьей, поэтому... Сука, не умею на Чироне ездить, на самом деле. Надо было взять на одной машине, хотя нет, на одной машине было скучно. Я тут, все, я тут, я уже доезжаю. Сюда поворачиваю, смотрите, дрифт небольшой, перекладываю. Ебать, вот это... Ой, дрифт, окинг! Ебахоласи! Так, Блять. Да, тихо. Тихо. Кстати, знаете, можно устроить гонку с Данилычем. Вот это мне интересно, кто на самом деле я сейчас-то выебываюсь, но вот именно если от точки до точки на время, это должно быть довольно-таки интересно. Фига себе, тормоза у меня какие. А чё мы поехали таким путем? Можно вопрос? Через город, если могли по правой стороне карты быстрее проехать. Ох, Данилыч, не шаришь ты в коротких маршрутах, поэтому можно как раз-таки. Ой, блядь, я боюсь, что сейчас что-то у нас будет здесь по пути. Сейчас аккуратно. Да, я уже понимаю. Бля. Сейчас, пожалуйста, если что, улетит Данилыч. Если что, улетит первый Данилыч, а я это сниму просто грамотно. Поэтому я на всякий случай приготовлюсь снимать, друзья, чтобы, так скажем, был эпик. Пиздец, вот нельзя было сделать ровную дорожку. Вот специально вот эту... Пожалуйста, спасибо. Нормально. Здесь хотя бы бордюрчики более-менее. Так, хорошо, едем. Только я по встречке, вот это, конечно, самое плохое, что здесь присутствует. Но, в принципе, вполне себе нормально. Бля, как же опасно. Я даже не знаю, какая скорость сейчас, но, судя по всему, она нихуевая, друзья. Мягко говоря, там, скорее всего, вместо цифр уже написано нихуевый километр в час. Вот такой вот, скорее всего. Так, а сколько скорость у нас? А, ну, нормально, хуйня. 430 всего-то. Так, тут лучше приторможу. Слушайте, а ведь я могу, когда хочу. Ладно. О, ух ты, ебать, там какой-то чувак стоял, походу, спрыгнуть хочет. Так, 430, друзья, я снимаю сзади, вижу Данилыча, все нормально. Так, да что ж такая дорога-то лабиринтная, а? Вот Рублевка где, а? Понимаете, вроде далеко, но вроде пиздато. Еще и на карте нет, вот чем... Это значит, то, что знают об этом не все. Но я думаю, что, в принципе, все знают уже, на самом деле. Почему назвали Рублевку, мне непонятно, но это уже другая история, ладно. Так, друзья, по-моему, successful. Successful доехал я. И это, кстати говоря, мне большой плюс. И вот тут вот так красиво. Ну, неплохо, да. Заглох только. Так, смотрите, первый домик, который Данилыч мне отдает. Это, интересно, пиздатый. Во, 75. Это самый пиздатый? Или нет? Нет, это, по-моему, не самый пиздатый. Смотрите. Чувак на Аки уже нас караулит. Сейчас Чирон угонит, все пиздец. Самый пиздатый, друзья. Вот!
Смотрите, какое здесь меню. Нихуя себе тут, бля. Вот это, такой выхожу, такой с сигаркой, такой, бля, нихуя себе. Нихуя такой, бля. Ну, бля, пиздец вообще. А ключ вообще... Ключ вообще можно полить или нет? Или нет? Мне такое ощущение, что нахуй ты не нужен. Сейчас твою тачку, ладно. Сел. И что? Да, так я вот так и понял, что ключ он нахуй не нужен вообще, так чисто. Что? Хуя себе! Вы посмотрите, какие, блядь, это! Каскадерские штуки. Вот это я понимаю, чувак был. Да не уж, ну я просто кончаю от тебя. Несите чаю, я в трусы кончаю. Пиздец, как можно было додуматься до такого? Пиздец, четко, Данилович, потом услышь мои это, хвальбы. Этот, ну ты понял, короче. Ой, бля, так, едем на ВВ. На Вайн, вот, друзья, мой пиздатый домик. Который сейчас станет не моим. Да на самом деле, ну слушайте, ну да, пиздатый. Ну мне как-то больше места нужны, понимаете? Тут как бы, сейчас будет пиздатый трюк, кстати. Сразу говорю. Ну такой, изи. Тихо, блядь, в мусорку улетел. Ну как и надо, на Чероне, в принципе. Так, опачки, ух ты, бля. Почти, кстати. Бля, я наркоман, пиздец, конечно. Вот как можно так водить? Не, на самом деле я хорошо вожу, да. Так, смотрите, как забираются в хату нормальные пацаны, друзья. Блять. Сейчас. Смотрите, вот так вот по стеночке и... Вот. Данил сейчас просто не понимает, что происходит. Я думаю, что он немножко... Соберись. Да я специально, ты потом посмотришь, я хотел трюк сделать просто. Понимаешь? Пизду, блять. Приехали, нахуй. Проще так, реально. Так, вот он, ГОС 6400. Прикиньте, 6400. Ну, домик-то пиздатый, конечно, ничего не скажешь. Так, сменить ключ. 11, принять. Так, можно теперь еще разок эту менюшку вызвать? Спасибо. Продать игроку. Итак, вот он, момент истины. Накилар 11, окей. И... Саксофон, ну и осталось последнее. Ну и осталось безопасно доехать. Осталось безопасно доехать. Бля, хуя себе, какая ступенька в виде. Че, на одной поедем? Давай на одной, это будет эпично, Данилович. Ты поверь в меня, поверь в себя, и сейчас будет с моей. Вот как до Рублевки быстро долететь. Вот это я понимаю, блядь. Во! Вот оно, искусство станта-то где было. Тихо, все нормально. Так, окей, собрались. Так, смотрите, сейчас будет... Вот сейчас будет неебический трюк. Ебать, я проехал по воде с помощью круиза. Такой, знаете, почти заглох, но такой до последнего дыхания словил уже этот, как его, как она, бля, не маслину, а это, как называется-то, гидроудар, во. И, короче, это, ну вы поняли. Так, все, смотрите, сейчас опасный трюк, смотрите, переворот. Вот такой разворот делаем. Опа, оп. И уже здесь такой на трассу выезжаю, такой крутой, такой с рожей, бля, пафосный, пиздец. Такой вообще, бля, ебать, такой неебательский пацан. Так, и все, смотрите, и дальше. Самое интересное начинается здесь. Главное не уебаться, главное не уебаться на ру... Тихо. Данилович, это все специально. Мы с тобой потом устроим гоночку, посмотрим, кто из нас это сильнее. Ты как бы не пойми, это тоже что-то. Так вот. Я, по-моему, чувака подрезал. Так, все, теперь главное быть аккуратным. Главное не попасть в никакой ДТП. Главное не попасть ни в какое ДТП. Если что, сиди, я умру. Это... Тихо, Данилович, ты, видимо, во мне не уверен настолько. Ой, блядь. Так, тихо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, нормально. Не, тут, блядь, безопасность. Я хоть не на своем Чероне, но, знаете, вот когда есть такая тема, ты на своей машине вроде это, боишься что-то сделать лишний раз, а на чужой как бы, ой, не наоборот, на своей ты не боишься, на чужой ты как бы уже, блядь, сыкуешь. Поэтому вот, как вы видите, я на чужой еду намного безопаснее и слежу за оргазмом за своим, поэтому все здесь безопасно. То есть я никуда не собираюсь улетать. И даже если... Ничего, что только что было 7 литров. Сколько, блядь, он жрет-то? Все нормально. Не, реально, я смотрел специально. Было 18, потом 7, блядь, потом 0. Все хорошо, как бы. Так, какой-то дьявольский Авентадор. Мне кажется, мы на нем расхуяримся, кстати. Не к добру вот так и, блядь. Ну, чуток, да, я уж так и понял, что практически не кушаю. Ребят, что-то вот этот Авентадор мне внушает какой-то страх. Поэтому, если что, я за себя не ручаюсь. Он как-то, знаете, не так, как Чирон. Уже не такой злобный, блядь, не такой добрый, блядь, не такой пидорастический. Поэтому... Здесь как бы я за себя реально не ручаюсь. Вот сколько мы уже, интересно, черканули? 400, ну так, по хуйне едем на самом деле. И вот сейчас будет супер трюк, друзья. Смотрите на ваши экраны и ставьте лайк.
Охуенный трюк. Куда ехать? Куда? Налево, направо, прямо, налево, направо, прямо, налево, право, прямо, направо, налево. Направо, налево, куда? Прямо. Понял. Без лишних слов. Так, хорошо. Все нормально. Окей. Друзья, новости главные. Тем временем в моем инстаграме в истории записано, оказывается, внешне, как я записываю серию, поэтому подписывай на инстаграм. Сейчас Кристи постаралась. О, ебать. Нихуя себе, я думал, такой простенький буду. Нихуя ебаться в уши телевизор на огороде. Вот новая фраза. Вот это, бля, ебать. Юху! Спасибо, босяра! Спасибо, я не знаю, почему босяра. А теперь, так, а теперь поехали расхуяримся. А теперь поехали расхуяримся. Я думаю, что это нормально. И я достаю свой Авентадор. Вы не думаете, что мне как бы... Хотя нахуй мне. Нет. О, смотрите, нервничает. Поздравлямба. Так, а я даже не знаю, кто в плюсе остался, поэтому как бы нас можно вдвоем поздравлять на самом деле, поэтому все нормально. О! Кстати, приветик. Я забыл написать. Сорян. Точно, я забыл в конфу написать же, что это. Что, коноплян, ты извини, прости, давай, догоняй. Серьезно, я обычно же пишу, а тут что-то вот, ну, у меня время сейчас ограничено, поэтому я быстро Даниловича выцепил, и мы это самое, ну, обменялись как... твою мать, что здесь происходит? Интересно, кстати, а как выследить можно местонахождение-то? Так, смотрите, сейчас будет что-то опасное, друзья. Я поеду специально по встречке, да простят меня все, кто едет здесь сейчас. Я поеду вот на этом. Грузимся. Блять, по-моему, кто-то сейчас умрет. Извини, пожалуйста, чувак. Я долго думал, как завести машину. Кто успеет сесть? Успел дрифтер сесть, окей, погнали. Так, супер трюк на Е55. Друзья, вы знаете, вот когда вы водите классикой, типа Е55, вы понимаете в душе, что такую машину разбить, как бы, ну, жаба душит, как бы жалко ее. Вообще что-то не едет, кстати, ну ладно. Поэтому я стараюсь водить аккуратно. Вот давайте представим, что я взял Е55. И сейчас постараюсь максимально аккуратно передвигаться. Бля, как же он не едет? 240 км в час. Ну что это за пиздец после 400? Вообще пизда. Ну что это, бля, такое? Ну что это за... Ну что это за говно, бля, так... Ну что... Умещаюсь? Ну, плохо, в принципе. Не, это хуйня, блядь, какая-то. Она не едет нихуя. Так. Что у нас есть 4 метров? О! Побыстрее тоже 4 мест. Давайте, напоследок, красивенько. Надо закончить красиво. Давайте. Конопля, можно присесть? Спасибо. 10 литров, кстати. Хуя. А, F1, понял. Ебать, я откинулся, ребят. Видели? Инфаркт прямо за рулем. Вот это, конечно... блядь, я прошу прощения, друзья. Не знаю, что-то вырвалось, блядь. Так. Там бензин уже кончается, поэтому придется. Че у нас еще есть быстрое? Ой, бля, ладно, похуй. Давненько не катались, в кавычках, на нем. Поэтому так, все, поехали. Все, отлично. Так, ух, ебать, икс, блядь, попер. И сейчас, друзья. Ну, практически, вы видели, я уже научился, да, контролировать свой круиз. Поэтому сейчас вот будет трюк. Танцы маленькие, хутят, блядь. Что, пиздец, еще лагает так жестко? Блядь. Не, ну, конечно, так настолько дрочить круиз, это, конечно, пиздец. А, так. Ух ты, ебать, вот это почтальон, по, это видели, по встречке наваливает? Так, смотрите, сейчас будет супер трюк чанский. Долечу? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, сука, пожалуйста. Блядь, пожалуйста. Ебать, лагает круиз. Да он лагает, как сучка. Вот на этом, друзья, мы, пожалуй, и закончим. Спасибо всем за просмотр. Спасаем Микс. Давай, кто быстрее. Спасибо всем за просмотр. Ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на канал. Бля, я дохну. Блядь. Погиб вместе с иксом. Подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайк. Комментируйте.
До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что меня сейчас опять снимают в инстаграм, оказывается. Это история или нет? Ой, кто-то пришел. Все, пиздец, ребят. До новых встреч, пока-пока.